Да. Ничего, ставишь эфир, нормально, живем. Здорово, здорово. Где килл? Он находится под камерами прямо, да, Авдеич. Где под камерами? Да, под я камерами, не... Под камерами, короче, находится, короче, в навигации. Да, он, да, он там. Я увидела его на камерах. Ну, более-менее свежий, значит. А почему Левкастер молчит об этом? А потому что, смотри, он я прихожу... Он только подошел, да, он уже я был под... там. Не, секунду, я подхожу на камерах стоит Хана. Я стою, там лежит труп Авдеич, как я встал, Хана убежала сразу же. То есть Хана должна была видеть? Не-не-не, я сделала в верхнем двигателе штучку, потом пошла в реактор, делала цифры, встала на камеру, он там уже был, я побежала его репортить. Потом, подошел Левкастер, то есть я тоже не видела, кто. Хорошо, Тенгер, ты пришел ко мне в админку сейчас, ну, мимо столовки, мимо админки, откуда ты пришел? Послушайте, пожалуйста, смотрите, там было всего лишь 3 человека с правой стороны за весь раунд. Один был в оружейке, один был в О2 и один был в навигации. 2 человека было в столовой. А кто эти 2 человека, которые стояли весь пол? Я без баш, я без баш. Вот, смотри, после этого Редбир после этого ушел из админки, я смотрел на админке, один я на оружейке был. Короче, артист, я пришел да. Меда, я рулил там Левкастера, а перед тем, как зайти в админку, в столовой я был без баш и хускус. Да, хорошо, а один вопрос, Финаргота выгоняем? Кто свет починил? Только прикол в том, что я был весь раунд в левой части, потому что в конце еще встал на камере и увидел труп. Тебя Хускус, Ханна видели? Все на камерах постояли? Я видела только Левкастера. Я видела только такой вопрос для всех. Кто-то починил электрику? Нет, потому что ее починил я, блядь. Поэтому... Мало, я в артиста. Я в Редбира поставил. Ты что, Вася? Нет, Редбир был на админке. Куда ты там ставишь? Рейтеры, договоритесь и вкиньте в одного. Скорее всего, артист. Бля, Левкастер. Я голосовал за него. По раунду даун в меня руку ставит, пиздец. Красава, брат. Планили, сука, эфир, блядь. Можно было сейчас спокойно вычислить трейтера. Алло. Ой, душить начнёт сейчас. Забили чёртов эфир. Началось. Так а в чём проблема? Смотрите, в районе камер, ну те, кто точно не делал килл, это я, Ханна и Левкастер. У вас тогда... Это не Тенгро ещё, это не Тенгро по киллу. Это не Тенгро, потому что он стоял в мидбэе. Это не я, потому что я стоял в админке без баш с артистом АФКшли. У нас остаётся Лёша и Хускус. А да, только Хускус поднялся снизу наверх и зарепортил труп, а по Лёше вообще ноль инфы. Ну, я вот, говорил, конечно... блядь, орал с начала раунда. Это может быть и Хускус от труп. Там 2 квеста, и второй не успел доделать. Сейчас ты с самого начала был. А какие у тебя 2 квеста в оружейке? У меня сверху скачать данные, и у меня в оружейке пострелять по метеоритам. Может быть. Подожди, ты с самого начала был в оружейке? Не с самого начала, вначале я побежал на О2 с Финарготом. Нет, не на О2, на О2 я не был. Я был в комнате, ну, которая самая правая, не помню, как она называется. Я там сделал один квест, побежал наверх и стоял, сначала скачал данные, потом встал на метеориты и делал метеориты. Не успел доделать, мне оставалось 4 метеорита, я их дострелил в этом. Ну ладно, Ханна мимо правда. Тебя пробегала? Нет. Просто смотрите, либо пробегала, когда не было подминки... света. По админке было всего лишь 3 человека. Один в оружейке, один в О2, один в навигации. То есть одного, сейчас... под конец раунда я посмотрел столовой, админку. Один в мидбэе, один там в электрике, 2 у камеры. То есть все появились, кроме, ну, получается, Лёша, Хускус и труп. Среди Лёши и Хускуса есть трейтер, и все.
Я в артиста голосовала. А я в Редбира. В очередной раз доказывает, что ты не можешь поехать. Это баг какой-то. Я вообще вырубил даже приставку. Она же выключена. И даже провод сетевой вырубил из нее. Очень странно. Ну, это типичный сетевой код от EA. У них всегда это все багуется. А ловкий труп, что ли? Ну все, я квесты сделал. Кускус, ты нашел, да? А, нет. Нет. Шмор до сих пор стримит в Дискорде. Чё бы и нет. Редбира, короче, убили относительно недавно. Вот выключилась связь, он побежал. Ханна за мной весь раунд бегает. Он побежал в столовку, побежал на верхнюю, на... Короче, на ружейке умер. Его в тот момент там и выловили. Я прибежал на связь, на связи был Хускус и Финн. Ханна бегает со мной. Может быть, она у меня за спиной била. Может быть. Ну, типа, я не буду ее покрывать. Но она какое-то время бегала со мной. Смотри, я был с Редбиром на закачке данных. Ты этот килл не делал, но можешь мне... Можно я спрошу артиста, почему ты поднялся в столовую, вот к окошку вверх, я за тобой бегать, ты там хотел... Ну, двери закрыли в столовой, там, может быть, на проводочках или кого-то убили. Нет, ты именно вверх поднялся. Да, Ханна, давай дальше. Я был с Редбиром во время выключения саботажа. Смотрите, Финн и Ханна были на саботаже, и слева я встретил Лешу и Левкастера. Они шли почти друг за другом. Получается, по киллу опять у нас... Я Лешу не видел. Ты это сейчас не надо мне. Я Лешу не видел. А какому киллу, если я был с Финарготом? А при чем здесь те, кто были слева, если на связи был Финн и Хускус? Ну, поэтому это не они. Остаются без баш или что? Что? Кто остается? А кто видел без баша? Нет, не видел. Там дохуя кто видел. Где? Где-то был. Одну урток выводят. В админке, тогда, в админке мы были, вот, я остались в админке, я пошел налево, на камерах. В левой части вообще никого не было после не было? Саботажа связи. Да, я, по крайней мере, никого там не увидел. Ну, я видел, там Тенгра бегал слева. Вот когда саботаж связи был. Я пробежал мимо электричества, там никого нет. Мимо камер пробежал, никого нет. Чекнул реактор, никого нет. Вообще нигде не было. Все были справа вы, так что решайте сами там. А что Авдеич сделал? Что произошло? Не, я иногда пью Доктор Пеппер. А что такого она сказала на мертвом? Я спросил, почему у нее стрим стоит. Ай, бля. Тенгра, кто перед нами убегал в хранилище? Я пытался, я не видел его. А, по-моему, Хускус как раз и убегал. Ну смотри, слева оставался артист. Это не Леша и не артист по киллу. Не оставался. Ну, я в столовке закрытый. А кто-то возле меда стоит под камерой закрытый. Я... Лёша. Смотри, это не Лёша, потому что он был сзади нас, и Ханна сейчас пришла сзади нас в электру. Да, в да, да, это без баш? И не Ханна. Без баш остаётся. Без баш? Я по правой части бегаю, смотрю, включается этот странный саботаж. Я бегаю по правой части, не вижу там никого. Зашел в навигацию, на щиты, в связь. Зашел в оружейку, побегал немножко в столовую. И сейчас я бегу мимо столовой так вниз, же, в хранилище. И там закрылись двери только что при мне. Ты не можешь... Смотрите, я стою прямо в столовой, возле двери нижней, которая хранилище, и дверь закрыта. Ну тогда это артист, слушай, ты врушка, получается, артист.
Чё, блядь, присимирик ставлю. До свидания. Скип. Подожди, артист. Почему кружка? Секунду. Артист запер, потому что он бы не успел просто пробежать никуда. Мы сейчас скипим, а потом кикаем без гроша на критике, если что. Камера? Окей. А, артист, ты успел пройти через дверь, да? То есть, Лёша стоит у меда закрытый, да, я да, прошел да, дальше. И я прямо вам, за артистом закрылись двери, поэтому он не успел пробежать. Я понял, Лёш. И вы все без баша поставили. Да. Не. Я без баша поставил. Нахуя вы на семерых ставите вообще? Так потому что человек, у меня проиграть хотят, походу. Не, ну ты-то ладно. Ну я и Тенгра поставили, да, я так понимаю? Не, я скипнул, но без баша. Кто со мной поставил? Я поставил. Хорошо. Без башни люка выпрыгнул на камерах, запаковали без башни. Блять, врушка. А типа до этого мы не поняли, что это, блин. Я, короче, по правой стороне бегаю и никого не вижу. Прошел в оружейку, прошел в навигацию, прошел на щиты. В связи опять никого не было. Сейчас долблюсь в нижний двигатель. Левкастер, кто с тобой был на камерах? А, это, подожди, это без башки тебе запрыгнул. Левкастер был один. Не, стой, не, Лёша, ты только что выбегал. Для меня, ребят, для меня у нас второй очевидно, Тенгра, ребята. У нас второй Тенгра, чего вы думаете? Голосую в Тенгра, голосуйте в Тенгра. Хана, Тенгра второй. Я объясню, я на кнопку нажму, объясню. Правильно, Хана, понял. Если ты мирно, ты правильно говоришь, все правильно. Смотри, хорошо, я тебе даже сейчас могу объяснить. Давай, не надо, Хана, смотри, Левкастер, Левкастер топил, затопил без баша, без баш стрейтер. Артист с Лёшей голосовали без баша еще в прошлом раунде. Я мирно, остаешься ты. Понял, держи в курсе. Ну а что, ну... Давай аргументируй против меня, чё. Смотри, аргументируй. Я самый первый сказал, что без баш импостер, когда мы всех называли и не назвали только без баша. Низкий, нажми без хорошо, баша. А кто у тебя остается? Какого без баша, ребят, вы рофлите, что ли? По киллу это не Лёша и не тот, кто узнал. Голосуйте, Тенгра, трейдер, ребята. Да. Ну, я бы Тенгра кейфнула, как хотите. А ты если молодец. Это не Тенгра? Подождите, я обосралась. Подождите, а в Лёше вы до конца прям уверены? Он меня защищал, да, он меня защищал в прошлый раз, но типа вы до конца уверены? Он с тобой поставил без баша. Это раз, а во-вторых, я ни по одному киллу не могу быть, потому что ни по одному киллу я был либо с кем-то, либо... А у меня вопрос, Левкастер, а ты в меня ставишь? У нас сейчас вопрос либо Левкастер, они всех тебя поставили уже. Левкастер был на камерах, артист не мог сделать... Тихо, подожди, Лёша, подожди. Левкастер, ты почему меня... Я сказал, я между Ханой и Тенгра импостер. Хана топит тебя. Если ты выйдешь мирным, значит Хана трейтер. Все. Понял. Почему у тебя Лёша не трейтер? Ну, потому что они с артистом поставили ручку без баша, когда это была не критика. Ладно, окей.
остается только Ханна, и все, и мы уходим точно уже в победу. Нет, я очень не остаюсь. Я тебя не хочу. У нас остается, смотри, у нас остается Левкастер, постоянно стоял на камерах, артист не мог сделать как минимум 2 килла, даже 3, потому что на первом килле он был где-то в районе камеры, по-моему, да? На первом килле я был в столовке. В столовке АФК был с Безбашом. У тебя только краснее, Леша, у тебя только краснее то, что ты, я правильно посчитала, то, что ты голосовал в Безбаша, у тебя больше нет окраснений. У тебя есть еще какой-нибудь краснее? Во-первых, при первом килле мне сказали по админке, что я весь раунд стоял в оружейке. По второму киллу я был после саботажа. В оружейке, а там был около навигации труп. А первой, по первому киллу я тоже не могу быть. Я была в камерах. Как раз тебя и подозревали по первому киллу, потому что... По первому киллу меня никак не могли подозревать, потому что я была на камерах, меня видел Финаргот или Левкастер. Да, я не подозревал, говорю, что Ханна точно могла видеть трейтера, но она на камеру, если пришла позже, она, может, и не видела труп. Там было 3 человека в начале. Сказал об этом тот, кто стоял на... Короче, Артис, я понимаю, что ты, скорее всего, мирный, потому что они ругаются между собой. Я предлагаю скипнуть. Я все квесты сделал, но я на камерах стою. Мне есть ощущение, что у нас кто-то стоит АФК, у нас слишком много квестов. Может, я все свои сделал уже давно. Три, по-моему. У нас Ханна гнала в танчо. Я в Лешу голосую, как хотите. Сейчас гонит в меня, типа, так... она во всех гонит. Ну, я не знаю, почему ты при семерых своего трейтера поставил. Это не мой... Какого не... своего трейтера? При семерых я голосую, было... потому что Безбаш вот, Левкастер, если ты не уверен был, что нужно было разменивать Тенгра и Ханну, не нужно было выгонять вообще Тенгра. Трейтер вот же Ханна, да? Я думала, что это Тенгра. Не надо меня голосовать, Левкастер, я мирная. Или нет? Просто если конкретно был разговор о том, что мы выгоняем Тенгра, выгоняем... Ой, блядь, Лёва, Кастер. Ладно, ты трейтер? Нет, я мирная. Ладно, не повезло, значит. У тебя по первому киллу... Да ладно. Это Лёша. Между Лёшей и Хускузом всю игру, блядь, это говорили. Говорили, это позор Вологды, Лёва. Не зачем мне говорить, я страшно ручку ставлю, вы сами не скипнули. Причем у тебя Хускус умер, а как я... Как я могу скипнуть? Я ставлю в себя, потому что 3 человека при фонг голосуют. Ну ладно тебе, меня. Но сейчас-то не скипнул не только я, но я поставил свой голос в Ханну, решил. Говорил, что я трейтер, я тебе всю инфу сказал и сказал, что я сказал, что трейтер между Хускусом. Что вы мне предъявляете, ребят? Что вы мне сейчас предъявляете? Хускусом и Лёшей. Лучший, Левкастер лучший просто. Потому что. Чего мне предъявлять? Я видел без Баша и Звука и все. Чего вы мне хотите, чтобы я сказал? Мне больше всего нравится то, что Лёша убил меня в коридоре под камерами. Только он отходит, моментально камеры включаются. То есть, как бы, ну не знаю, это самое опасное место для убийства, потому что камеры могут включить. Почему Левкастер у тебя? Я был трейтер, и когда я тебе сказал, что трейтер между Лешей и Хускусом, сейчас, потому что я всю инфу дал по админке, ты говоришь, что я ставлю в Red Bay 2 раунда, одну блядь. Вещь сделаю, подожди. 2 раунда, говорю, бля, Левкастер, я думаю, что это и Red Bay, и ставлю в Red Bay. Чего мне сейчас предъявлять? Ну ты не умер, вот что ты хочешь, чтобы я сделал сейчас в этой игре? Я сказал, понять твою логику, почему я у тебя трейтер, ну, ты понимаешь, я не смотри. У меня только один важный вопрос, есть у кого-нибудь сет на Миранус компедиум? И не играешь по инфе, которую даю я. И я что, у тебя трейтер. В какой инфе ты играл? Ты сказал, что там было 3 человека в той где стороне. Я сказал, что был Хускус, Леша и труп. Среди Хускуса и Леши есть трейтер. А я протянул, что там была Ханна. И что? Нет, я Левкастера спрашиваю. Левкастер, блядь, знал, что Ханны там не было. Алло. Нет, смотри, я как объясню, как я вижу. Я стою на камеры. Камеры, ну, не горели. Потому что я прихожу, Ханна стоит рядом с камерами, камеры не горят. Я стою на камеры, Ханна убегает. Я знаю, что это не Тан, не Тенгра, не Ханна, не Финаргот по этому киллу. Смотрю, артист говорит: Редбир, ты откуда пришел? Ты говоришь, я пришел с оружейки. Я смотрю, ты правда пришел с оружейки через столовку. Все правильно было? Он спрашивал, а не у меня. Я все весь раунд стоял в админке. Артист у меня не спрашивал, Левкастер. Да все, первая игра на позитиве, вы чего? Ну, нормально. Мне ребята сорян, что да. я не вычислил Лешу, который поставил в трейтера, а мирный не поставили в трейтера. Ну, извините, что блядь, я не вычислил. Как много слов-то, блядь. На самом деле, я бы в такой критике, я бы тоже бы голосовал бы в Ханну. Так что я ну, размен, да, это был правильный размен. Ну, типа, Лешу мы меньше подозревали, поэтому был правильный размен. То, что они казались мирным, ну, все виноваты. Ну, я не знаю, ну, почему? Ну, смотрите, Ханна, ну, вообще он проголосовал. Ханна вообще всю игру меня подозревала. Ну, твои слова были, Хан, типа, понимаешь, что стрейтер тоже может оправдываться. Ну, так ты проголосовал, ты реально проголосовал в Безбаша? Да, он проголосовал на семерых, ну, да. Дело не в том, не, ребят, ну, я правильно посчитала, если он голосовал? Стой, Ханна, нет. Тебе вопросов нет, у меня вопросы к Левкастеру, потому что ты подожди, знаешь свой цвет. Подожди, Тенгра, кто нажал кнопку? Кто сказал, выгоняем тебя? Я нажал кнопку, что мне это выговаривать, Тенгра, сейчас нужно?
Я нажал кнопку и сказал, выгоняем тебя. Нет, но ты угомонись. А что говорить мне тогда это? Ничего, угомонись. Тише, тише, ребят. А какая тварь, мой цвет, пизда тебе. Действительно, тише, вы что, с Авдеем, что ли, срётесь? Лежит у связи. Да, это точно, это не Авдеич, Виноргота убили, это не Лёша, Лёша стоял на админке. А кто к нам, блядь, пришёл в админку? Это Тенгра пришёл, вот я имею вопрос к Тенгра, горит саботаж связи, он бежит в админку. Зачем Тенгра? Он прибежал Тенгра? Ещё снизу, скорее всего. Да, и он ещё прибежал с хранилища. Горит саботаж связи, а вы что делаете в админке там? Нет, вот именно что, я бегу на починку, а Тенгра бежит снизу из хранилища. Можно вопрос к Тенгра очень простой, да, какие квесты ты делал? Закачал данные. Чилось, а где, блядь, ты их закачал? Можно помолчать? Закачал данные в столовой, и у меня вопрос к Радбиру, почему ты говоришь, что я бегу с хранилища? Ну, мне показалось, что ты прибежал снизу. Тебе показалось? Просто... Я стоял с Финарготом в столовой, Финаргот выкидывал листья, включился саботаж, Финаргот побежал вниз. Я остался закачивать данные. Закачал, побежал в админку, выкачал. Там Лёша и но... плюс один. Я вам могу сказать только одно, то, что Редбир должен был видеть, ну, трейдер. Либо кринж. Трейдер остался внутри связи, я и собиралась внутри связи за ним. Но увидела Редбира и поняла, то, что нет смысла никакого. Я могу сказать, что это точно не Редбир, и точно человека, убившего Финаргота, не было с правой стороны, потому что, ну, я шла пешком. Мы не знаем, сколько времени киллу. Он так, если только что его, если только что Тендра говорит, что Финаргот был недавно в столовой, значит, он недавно умер. Он я спустилась с навигации саботажа. В ту сторону, стой. Никто не шел, люков не было. Давайте поэтому это человек, который либо ушел влево со связи, либо стоит внутри связи. Кто кого сейчас видит вообще? Ну, где у нас Хускус, где Хана, Безбаш, Артист, Ливкастер? Я был в лодке. Я была вообще в левой части. Я Хану не видел там, я в Хану. Я в Хану, она говорит, я вообще была в левой части, мне не нравится. Ну, я в нижнем двигателе была. Хана не было в нижнем, я в нижнем был. Хану запаковали. Хану запаковали. Хану запаковали. Я скипнула анимацию, побежала влево, сделала верхний двигатель штучку, сделала внизу штучку, потом побежала мимо электричества, скорее всего, я там пробегаю сейчас. Ты все, спасибо, блин, наслушался говна. Осуждаем мы, конечно же, осуждаем. А кто это, кстати, заказал? А сейчас где, скажите, пожалуйста. Авдеич. Я в навигацию. Я Ливкаст. Авдеич, где? А зачем Авдеич, ты заказываешь мертвая... песни запрещенные? А, я извиняюсь. Она... Авдеич побежал наверх, я поэтому... Авдеич, ты где? Ну, ё-моё. Она лежит мёртвая в столу. Чего молчишь? Это, так. Смотри, артист и... Ливкастер, Хускус и артист были в электрике, да. К нам прибежал сейчас Тенгра. Тенгра. Безбаш, я прибежал. Безбаш, ты откуда прибежал? Ты откуда прибежал? Смотря когда и куда. Сейчас ты в админку откуда прибежал? Блять, Лёша, мы с тобой вместе на щитах были. Ты доделал потом щиты ты побежал и наверх, убежал. Потом я побежал. Нет, в админку, я доделал побежал... свои щиты и добежал к тебе. Ты не делал щиты, ты поднялся наверх, побежал. Ясно. Короче, у нас нет да не, инфы, это Ханна. У нас нет инфы по Ханне и по Безбашу, потому что действительно... Есть у меня инфа. Подождите, можно я по прошлому раунду скажу? Смотри, Ливкастер, я скипнула анимацию, я побежала в верхний двигатель, сделала штучку. Ты же не скипал анимацию, сейчас, ты лево пошел, не сразу, Ханна, правильно же лево? Сейчас по этому раунду говори, где ты, причем тут прошлый раунд. Я в навигацию раунд. Сейчас забегаю. Ну, Ханна, ты не могла прошлый раунд закончить в нижнем двигателе? И столовой, правильно? Ну, не в нижнем двигателе, мимо электрики, скорее всего, пробегала. Я не помню, я закончила. Да не могла. Так как я не могла? Если я сделала штучку, и там, Безбаш, и там ты, что пробежала. Потому что я закончил хранилище, я был на реакторе, что? Сделал циферки. Ну, я не видела тебя. Смотрите. Поэтому я говорю, что не было. Поэтому точно ни Хускус, ни Тенгра, ни я, ни артист. В прошлом раунде, Лёва, ты тоже проголосовал за меня, я ошибся. Не надо мне голосовать. Это Безбаш может быть, потому что он пробежал вверх. Бля, Лёша, не ебись в глаза, пожалуйста, а! Не бись в глаза, ты откуда прибежал? Сверху, правильно? Блять, мы с тобой вместе. Ливкастера, кикните в размен, бегал, пожалуйста, мне без разницы, что он мирный. Что, не ори тогда.
Здравствуйте, уважаемая Расти. Дикил. Какая-то крыса прыгнула в люк, я видел, как он активировался. Где? А на камерах? А, ну... Это не Хускус, не Редбир, не я. И не без баши, не Лёша. Получается, артист. А почему я... не я... Потому что без баш бежал за Лёшей. Да-да-да, он за этим. Бежал за Лёшей через хранилище. Ты побежал... Подожди, давайте... Так. Говори, говори. А не, смотрю, что у нас люди из Дискорда поливали, думаю, что случилось. Этот, вы правильно посчитались? Вы все правильно посчитались? Ну, если ты... Хускус Тенгра, Хускус, ты видел Тенгра? Да, я видел Тенгра. Где он? Я переживаю, вдруг ты мирная ушла. Да, блядь, я такие хорошие киллы сделала, я не знаю, блядь, у вас информации нет ни по кому. Блядь. Ну, у тебя не могло быть нижней двигателя. Не по безбашу, еще там Тенгра, Рыбира душил. Какие ты киллы сделала? Тебя и Авдеич, меня вообще никто не видел, типа, у остальных вообще не было. Чего? Меня Тенгра убил, о чем ты? А, я тебя убила. Мне показалось внешне, что Тенгра, он в прошлой игре был в таком скине, я понял. Не, это я тебя убила. Ко мне прибегает Тенгра, а они виделись с Хускусом, получается, ты артист. Да, кись, не повезло. Первый. Что нас поливали все из Дискорда? Люди вернулись, люди ушли, думают, что происходит. Анна, это не я, мне все равно кикать или в кастера. Хана, блядь, везде, да. Мне все равно, ну я где-то в левой стороне там бегала. Кто не зашел? Я реально в левой стороне бегала, я видела, что там левкастер тоже пошел. Авдеич не зашла. Ты меня не перерезала-то там. У тебя же вижен больше, Хана. Левкастер тебя не видел, а ты его видела. Ребят, пока Авдеич замучена, можно спиздить розовый. Да. Артист, вот раунд, молодец. Уважаю. На яйцах чисто. Кто убил Финна, Хана? Ты убил или... Да, я его убила. Хана. Первые два килла это Хана. Не было ни информации вообще ни по кому не было у вас. Ты просто сама себя затопила, Хана, инфой неправильной. Так я реально была в левкассе, я всю левую часть оббежала, там никого не было. Левкассе пошел влево позже. Нет, просто, ты просто говоришь, что ты такой... Ты у меня реально снизу поднялся, ну как такой, ну... Она, наверное, покупает сет номера. Я прифом со Саловой пришел. Ну просто когда я выбегал, мне показалось, что ты снизу прибежал, и... Фиг знает. Блин, номера не... Начинаешь такой, я бегу и такой думаю, а почему ты бежишь в админку, когда саботаж связи, ты через хранилище бежишь, у меня в голове такие мысли, и типа не чинишь саботаж, и там труп. Понимаешь? У тебя, кстати, микрофон, либо интернет пролагивает. У меня? Да, именно у тебя. Да, у тебя бывает такое, но... Ну, этот... если разговаривать, то может быть шум подавления. Это... А мне кажется, это может быть Дискордом еще связано. Это похоже, это, скорее всего, полицейский? Дискорд. Да, нет, я охранник пятерочки. А, у меня просто выкручен... Windows опять микрофон выкручил. Как он заебал. Я немного постарел. Как всегда. Кстати, Финаргот, ты поправился своего рода немножечко стареть? Болел вроде. Да. Наргот уже сколько, 40 лет уже? Uh-huh. А мы кого ждем? А, Авдеич. А почему Авдеич стримит? Она стримит игру или что это? А это проверка на стримснайп идет у тебя. Что? То есть ты, если говоришь Авдеич трейдер, она говорит, я стримлю. Не-не-не, стримснайпер здесь один, попрошу, пожалуйста. Ну, да, я здесь, я здесь, блядь, разоблачение аж банана было. Запускай, поехали. Слушай, отвечаю, если мой тебя разоблачили. Да, я когда комменты читаю на эту, на Твиче, Райвалс, блядь, там пиздец, пишут, что мы все стримснайперы. Твич Райвалс, да-да-да. И душим Финаргота бедного, блядь. Все время Финаргота выводим без аргументов. Ненавижу артиста. Все хорошо. Так, в столовую только что зашел, который труп сделал. Так, и что это такое, и как это данные. Называется? Только что в столовую зашел человек, который сделал труп, и сразу же закрыл за собой двери. Кто в электричестве сейчас? Так убийца в столовой находится? Убийца находится в столовой, да.
Просто... Можем посчитаться. Просто, да. Просто я просканировался, и ко мне очень странно спустился Левкастер, а когда я поднялся наверх, двери закрылись, он за мной поднялся. Я испугался за тебя. Ну, я качала данные над метеоритами. Я их докачала, спускаюсь сразу. А килл столовый? Нет, килл лежит рядом с метеоритами. А я качала данные. А, Левкастер. Ну, там по админке два человека в мидвее было. И два в оружейке. Два в оружейке, да, и получается... Ты и труп. И получается, один в электрике был, и нас много было в этом. Давай так, нас... в меди тогда, если ты говоришь двое, кто? Финн плюс кто? Финн или Левкастер? Финн или Левкастер, получается, в мидвее. Подождите, я сейчас забежала в электричество, там кто-то на скачке данных стоял. Ну вот, один по админке был. Ты на админке был? И это был я. Я был на админке. Сколько человек в столовой, скажи? В столовой ноль. Подождите, может, попробуйте пересчитаться. Да, я думаю, между Финном и Левкастером, но скорее лево. Финн на сканере стоит. Финн на сканере стоит. Ну, ты убил и пришел в Финну. Я тоже думаю, что это Левкастер, но я скипну. Я на админке был, сейчас остаюсь. Я не скипну. А без баш где? Это не Финн. С баш в электричестве стоял. Я в электричестве, да. Редбир, Леша, а кто сами четвертый был? Артист. Вы вчера в админке были? Да, о, мы специально стояли, чтобы вывести тебя. Кто в голос? О, хорош. Между Финном и Левкастером один. Если, между каким Финном и Левкастером один, блядь? Не кричи на меня. Не кричи на меня. Что ты несешь, блядь? Не кричи на меня. И нахуй. Так. Смотрите, дамы и господа, стою, значит, данные закачиваю, у нас саботаж! Надо его срочно чинить, но я закачиваю данные. Все заходим на стрим, Among Us. В прямом эфире. Да, ну без меня, видимо, не могут починить. Я уже понял. Пиздец. Я не знаю, кто такая Рина, Кэти. Счетах. Так. Это не безопасно. Тенгра, ты подминки случайно человек, который убил в счетах, не пошел в хранилище? Потому что когда я глянул... Он пошел, потому что я не все время чекал админку, а закачивал данные еще. Но смотри, нету никого в навигации в оружейке, он пройти дальше бы не успел по винтам и прочее. Либо он стоит смотри, в коридоре, сейчас... либо он вышел в хранилище. Я понял. Я выбегаю из электричества, мне из хранилища бежит Ханна. Вы видели Ханну? Она от вас убежала из столовой, мы из админки. Если нет, тогда это она сделала. Она чинила убийство. Саботаж. Саботаж со мной. Да это уже Ханну потом. Саботаж. Я думаю, что... Без баш, я через... Мне больше всех не нравится артист. Хорошо. А мне больше всех не нравится без баш, потому что, смотрите, когда был сработан саботаж, ну, я выходил с навигации, навигацию зашел без баш. Я встретил Ханну, вместе с Ханной побежал в столовке, мы разминулись, она побежала, действительно починила саботаж. Она со мной починила, да. Я спустился вниз, на админке стоял Финнергот, если он не винтанулся, но он скачивал данные, закачивал точнее, к нему подошел Тенгра еще. Я бы потом вернулся посмотреть, не убил ли Тенгра Финнергота, но без баш, соответственно, скорее всего, последний шел со счетов в сторону саботажа. Просто когда когда включился саботаж... Это когда... Подождите, стойте, когда включился саботаж
реактора, я подошел к надминку, посмотрел, было очень много людей в админке и два человека в навигации. Я побежал на починку, и ко мне прибежал Хан. Получается, в навигации был ты, артист, и Хана, правильно? Нет, ну, я был, я был, Безбаш ко мне зашел. Это не Безбаш, Безбаш был сейчас тоже с другой стороны, пришел к трупу. Я сказала, что это не Безбаш. Он мог давно этот килл сделать и уйти. Ну, во время саботажа килл? Это тоже неправда. Не, ну это килл не во время саботажа. Во время саботажа я бегал по правой части и искал трупы. Трупов тогда еще не было. А-за-за-за-за, чел с фильтром похож на меня, а-за-за-за-за-за-за, это ж так смешно. А-за-за-за-за, до этого же не было чела, похожего на меня, который танцевал в одних трусах в ТикТоке. А-за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 . Вот это юмор-юморок, а-за-за-за-за-за-за-за-за. Чё, тебе скинут сама ищи. На админке. А, там оставался Финаргот и Безбаш. Финаргот и ушел. Финаргот, когда скачал данные. Он листел возле админки, он ушел. Я сзади него пошел. Мы встретились с Тенгра. На починке починке саботажа не было только Безбаша. А, ну и меня. Да хватит меня топить. Фин был в электрике. Ну, он был в электрике. Получается, да. Безбаш тогда. Ну, знаете, смотри, я сейчас могу свою историю рассказать. Ребят, вы меня, в принципе, кикните сейчас в данный момент. Что? Как... Хочешь время занять? Ну-ка, давай. Да, хочу время занять. Пока никого не было на саботаже, я стоял на камерах. Безбаш бегал по каждой комнате, чекал труп. Хана бежала за ним. Безбаш и Хана были... Хана забежала в навигацию, Безбаш в это время выбежал с навигации и забежал в оружейку. Поэтому я думаю, он бы ее там где-то убил, а не в админке. А теперь, пожалуйста, послушай, я стою на админке, чинится саботаж, ко мне приходит в админку Хана, я оттуда убегаю, добегаю в хранилище, вижу, как Тенгра оббегает, собственно, хранилище, дальше вы все следом бежите туда, в админку. То есть Хану я оставлял вот это живой, за спиной и она умерла прям только-только-только. Ты сказал, Тенгра и все остальные. Видел, да, кто эти остальные? Это либо Тенгра был, либо Финаргот, которого я вообще не видел. Я могу сказать, Финаргот, что я не считаю, что это противовес Безбаш. Финаргот, блин, полуафкашный какой-то. А почему ты не считаешь, что это Безбаш? Трейтер. Потому что я мирный. Потому что я видела труп и видела Безбаша подходить. Это не Безбаш. Это ты его второй сделал. Тенгра, к примеру, какой-нибудь. Авдеевич. Ну, это Тенгра, да. Я готов сейчас поставить. Я у входа в камеру сейчас. А я бы... Мне кажется, что это может быть Редбир. Нет, надо... Ну, это Безбаша, ты просто Безбаша ставить. Не, Безбаша я не буду ставить. Нет, Тенгра, нет, не надо. Серьезно, блядь? Тенгра, блядь, вы... это не Безбаш. Нет другого варианта. А, ну хорошо, это... нет другого варианта. Мне между Тенгра, Редбиром и артистом трейдер. Но артист мне понравился в один момент, поэтому между Тенгра и Редбиром. В большей степени. Значит, Безбаш. Скорее всего. А мы никого не выгнали? Нет. Мы Ливкастера выгнали в первом раунде. Мы Ливкастера выгоняли в первом раунде. Ой, я забыл еще. Я думаю, что Ливкастер, скорее всего. Хорошо, если Ливкастер был импостером, Безбаш ушел мирным, то смотрите, Безбаш говорит, что Хана забегает к нему, он выбегает. Видит меня в это время в хранилище, я вижу артиста, артист говорит, что в электрике видел Финаргота. Соответственно, ни артист, ни Финаргот, ни я, Редбир Авдеевич по прошлому киллу, если Ливкастер был импостером. Авдеевич Редбир зарепортил. Это... А где можем... По очереди, на самом деле.
Мы почти уже по очереди выиграли. Я починил реактор первый, и потом починил второй, и прибежал к красному второй. Да, и второй я прибежал на админку. Мог саморепортнуть в прошлый раунд, прийти, убить и начать гнать, типа, кто же убил. Я нажму на кнопочку, я в ДЧ выкинем. Да пофиг, давай. Да не передается, я мирный. Я в ДЧ поставлю. Ну, я думаю, что это, наоборот, Тенгр даже. Ребят, я спрашиваю своего трейдера Редбира, кто-нибудь был в столовой, чтобы меня окраснить? Мне Редбир такой, не, в столовой никого нет, и меня из этого выгоняют. Скажи, что ты... Тебя Финн сказал, что ты с ним был в мидбэе, я сказал инфу, что два человека в мидбэе, алло, блядь. Так не понял, какого хрена в меня 5 пальцев прилетело? Убийца же должен появиться откуда-то. Безбаш, потому что у нас возможная критика, а убийца между тобой и Редбиром. Ну ты Левкастер очень бездарно ко мне зашел. И при этом я не хочу ставить Безбаша, и в итоге меня 5 пальцев. Я сразу понял, что надо кнопку нажимать. 5 пальцев. 5 пальцев во мне было, 1 в Тенгре. Настя, ты будешь забирать розовый? На 6, 1 в Тенгре, 5 во мне. Не, там перебила в себе, по-моему. Вон, ты вонючий гондон! Опа! Сюда, вонючий гондон. Все, я понял. Возвращение, Магеич. Ну, Хускус первый, второй Фенаргот, скорее всего. На реакторе лежит? Короче, Хускус убил сейчас Редбира, а Финн, скорее всего, Лёша убил. А не, подождите, киллы скажи. Кулстори, я пришел с самого начала, сделал квест в электрике, потом пришел, нажал на цифры и оставался. Хускус и Лёша оставались в районе реактора, Ханна. Я проголосую Хускус. Редбир мёрт. Хаски с Редбиром только что в электричество вдвоем заходили, я оттуда выходил. Я тебе как раз хотел про это сказать. Смотрите, я сейчас зашел. Ну дайте сказать, ну вот уже в меня уже влетело, ну сколько, 4 голоса, хорошо, смотрите, я сейчас бежал за Редбэром, вот, и мы за Редбэром бежали, и выбегал Безбаш, в итоге Редбэр побежал прочекать электричество, а я решил, ладно, побегу дальше, починю саботаж, и он умер, я не знаю, Безбаш, я хотел тебя спросить, кого-то ты оставлял в электричестве, если ты никого не оставлял в электричестве, то, скорее всего, это были просто винты, и просто можно пересчитаться, и все. Так нет, ты сейчас сказал, что ты пробежал дальше, но я видел, как вы вдвоем туда. Нет, смотри, но я забежал, я хотел вначале забежать, но потом он долго забежал, и я развернулся и решил побежать дальше, чтобы починить саботаж на О2. Хочешь сказать, это филигранный вентакилл, который тебя очень сильно подставил, охуительно так? Я скажу, хочу сказать так, если там никого не было, если там один был, то да, не получается... было никого, абсолютно, я был, ну, получается, был винткилл. Если был кто-то на админке... Я проголосую Фенаргота. Если, ну, кто-то был на админке, или кто-то может... Мы сейчас на кнопку нажмем, Фенаргота кикнем. Ханна, где такие киллы? Не, погоди, за что ты меня хочешь кикать, Ханна? Давай, смотрите, расскажи мне. Смотрите, ну, вот сейчас ты изначально на иди нажимай на кнопку, я тебя с удовольствием выслушаю. Ребята, вы видите, сколько у меня рук прилетело? Ах, банан, готовься. Я в тебя не голосовала, я Фенаргота голосовала. Давай, Ханна, я слушаю. Я изначально была с Лёшей на камерах. Потом я спустилась вниз, встретила тебя. Там еще был Хускус. Короче, я пошла в электричество. В электричестве никого там не было. Трупов тоже не было. Хускус, короче, он еще был в медиа. Это я по камерам посмотрела. Вот, потом я поднимаюсь вверх.
Там лежит труп, и Редбир с Хускусом бегут вниз мимо меня, тебя уже нигде нету, труп на реакторе, и Редбир бежал с Хускусом, то есть ты и Хускус, получается, двойка. Да, а теперь я рассказываю, то, что я в самом начале раунда спустился вниз, зашел в электрику, сделал квест, за мной зачем-то бегал весь раунд Лифкастер, я пришел в реактор, сделал цифры и ушел оттуда, где оставался Леша и Хускус, поэтому в школе ты мне расскажешь, что я с Хускусом трейдер, в которого я еще руку поставил. Ну, один точно среди вас. А мне кажется, Хускус вообще не трейдер. Мне жалко было, скипнул? Когда он говорил. Два человека скипнуло. Если Финн поставил в Хускус, а кто скипнул? Тихо, я скипал. Я потому что я рассматриваю, типа, две версии. И смотрите, если у нас Хускус, возможно, был мирным, то это не Ханна, которая зарепортила труп, не артист, не я, потому что мы были вообще справа, навигация О2. Вот. Не Безбаш, потому что Хускус сказал, что это вент-килл, если Безбаш там никого не видел. Ну, то получается, Авдеич. Авдеич тогда. Но... Да. Но... Какая Авдеич? Авдеич ФК в админке. Ну, видите, на семерых лучше меня проголосовать. Я считаю, это оптимальное решение. Нет, между тобой и Хуском точно есть трейдер. Я в Хану поставился. Подождите, а Левкастер, который бегал по твоим словам, а у Левкастер трейдерские движения какие-то. А Левкастер, в принципе, трейдер. А кто скипнул со мной? Фин, походу. Они зачем? Кто-то голосует в Хану, в Левкастера, блядь, на семерых. Просто гении. Гении. Спасибо. Двоечка, хорош, Хана. Оушит! Разобралась. Там не повезло просто. Там, типа, блин, просто я решил, реально Хускус мирный, он такой грустный был. Не-не-не, а где же не сразу так зарепортили там вообще? Ну, то есть там вообще реально не повезло. То есть если ищешь всю секунду... Я же вас 3-4. Видел, двоих ты... Я бы сразу на тебя подумал, если... Так, ну смотри, если бы это было 3-4 секунды, я бы уже успел оттуда убежать. Левкастер меня поставил, молодец. Не надо меня убивать. Знаешь, как хотел, Хан? Я тебе хотел предложить, что типа, если ты разобралась, выгоняем сейчас тебя, потом Финна, нажимаем кнопку, выгоняем Финна, если ты разобралась, ты молодец. Уебать схемы, блядь. Чтобы не проиграть 2 в 2, если ты схем. Мафиозные темы подъехали. Ты уже нашел всех своих трейдеров, зачем тебе играть? Какой стрим снайп, там очень убогие киллы были. Я ждал причин. Я ждал, когда вы скажете, что связь включили, это Финнергот. Я забыл трупы. Зачем ты нажал кнопку? Я думаю, что убили как раз Левкастер убил, ну, типа, его со вторым. И нажал кнопку для того, чтобы... Да, я тоже так думаю. Короче, типа, смотрите, у него нет причины нажать кнопку, понимаете? Стойте, смотрите. Может, что-нибудь скажет, а вы замолчите, нет? Да не, я... Можно я скажу? Я руина. Короче, Тенгра стоит в админке, артист чинит, Авдеич прибежал, Финаргот был в хранилище. Лёва, он стоит в админке, он вверх в столовку вообще. Да я руина, я случайно нажал, я испугался. Оставь, я вставлю Левкастер. Чего ты, блядь, испугался? Вот реально испугался, у него нет причины. Испугался Тенгра. Ты, блядь, Тенгра, да, наверх в столовку поднимался, а Редбир говорит, что Тенгра на админке, Редбир зачем-то дефает Тенгра. Блять, Авдеич, какая ты просто. Я в Редбира проголосую. Скипни, Авдеич. Можно, блядь, вообще не разговаривать, Авдеич? Ладно, я... Авдеич, я объясню тебе, что он меня последний раз видел в админке, поэтому... Так зачем ты ей объясняешь? Короче, просто вам к чему это говорю, потому что я как-то с Левкастером был уже трейтером, мы вместе делали даблкил, типа, и там человек пришел зарепортил, а мне потом рассказывал, что я хотел нажать кнопку для того, чтобы замазать, искать где кто и так далее. Поэтому это, возможно, отыгрывает эту же версию. Но я поставлю Левкастер, возможно, это просто причина его поставить, но... Ну да, я понятно, артист. Ну смотрите, у нас все равно возле саботажа админки это Финн, Редбир, артист, Авдеич, там не валяется ни одного килла. А Финн был там? Я, простите, не видел. Да-да. Он хранилище проводки делал, да. Финн, артист, Авдеич. Он мог убежать налево убить, потому что я не знаю, куда он дальше побежал. Ханна без баш вообще неизвестно где. Трупа нет в оружейке. В меня 3 человека поставили. Кто еще 2? Я. Без баш, Тенгер, артист. Ну. А кто поставил один в сторону? Авдеич у меня поставила. Авдеич умница. Спасибо.
В электрике труп. Ну, это Левкастик, скорее всего, который только что пришел. Я не мог быть, я потому что был с Безбашом, Сергей справа... Мы с ним в электрике труп. Это прикол, я в электрике нахожусь. Ну, около электрики, вот, на входе. На входе? Да. Тогда не Левкастик. Но он вышел, его кто-то... Это может быть саморепорт, потому что я только что зашла в электрику, Финергот рядом со мной стоял, делал квест, значит, он только вышел, и не, его только убили. Не, но это не саморепорт. Не, но если только его убили, тогда это... Ну, это не саморепорт, и тогда это не Левкастер и не артист. Кто еще где находится? У меня вопрос, а почему все бегают с правой части, когда у нас горит реактор? Я уже бегаю... Не, ну мы побежали, загорелся реактор. Точно кого-то. Если Левкастер не артист, то это не я, потому что меня видел Авдеич не без баш, потому что... И это не Авдеич. Авдеич, может быть. Почему? Почему это не ты, Тенгра, если я тебя видела давно, как бы ты мог убить на выходе? Да мне, мне кажется, это не Авдеич, потому что она бы не сказала, что она в электрике находится. Авдеич видела меня 5 секунд назад, как я выходил с коридорчика вот этого, и она зашла в электру. Ну... А я сейчас в столовой с человеком, тебя это не смешно. А, ну если ты сейчас в столовой с человеком, тогда это не ты. Левкастер Авдеич? Левкастер Авдеич, говорит, без баш. Каким ты человеком? С безбашом. А где Редбир сейчас? Редбир Хан Авдеич. Я считаю, что это Редбир. А с каким ты, Тенгра с безбашом в столовой, если я побежал с верхнего двигателя, и безбаш уже бежал около Мидбэя, и я побежал чекать, не убил ли он Авдеич, а Авдеич уже убежал на электрику. С каким ты безбашом в столовой? Расскажи. Может быть, безбаш убил или нет? Ну, короче, Тенгра безбаш, который безбаш видел. Но мы не забываем. Во-первых, мне не понравился Левкастер. А кто в Авдеич поставил? Левкастер бежал за безбашом. Безбаш, ты видел Тенгра? И как будто из-за меня его не убил. Вначале там еще Тенгра был. Нет, в столовой сейчас ты видел? И это мог быть саморепт все равно. О, давайте даблкил сможете сделать? Давайте. Смогли, лол. Блять, а почему... Бля, надо было Левкастера с самого начала кидать. Ошибка. А все, они въебали. Ну, только если Red Bear не... через низ пойдет, тогда норм. А, ну это ГГ. Через верх вообще нельзя бежать. А, Тенгра не дурак. На Тенгра вся надежда. Хорош. Слава богу, там даблкил лежит под камерами, я увидела. Где? Где-где? Чуть не проиграли. Получается, Хана или Левкастер? А мне кажется, это Red Bear и Тенгра. Потому мне что кажется, я же слил. Тенгра. Подожди, да, подожди, а где Тенгра ты нашел трупы? Снизу? Не, я не поверю, подожди, что Тенгра, это Тенгра, Тенгра, ты где нашел труп? Скажи, пожалуйста. Смотри, объясняю. Авдеич стоит на камерах, она видит 2 кило. 2 кило лежит под камерой. А, ну все, тогда я давайте первым в Хану. Если не будешь Редбир Тенгра, меня поставь Редбир. Не, сначала в Хану. Меня поставь. Нет, я по прошлому раунду Хану хотела вообще первую выгонять. Я трейдер. Ну, значит, ты вторую идешь, раз ты говоришь, что ты трейдер. Авдеич Хану поставили, Тенгра, Авдеич Хану поставили. Да. Хану. Бля, что Левкастер, что это было? Хан, голосуй сама себя или в Левкастера, блядь, голосуй своего. Там ничего не сделать. Да ничего не сделай, Хан, там. Блин, 5 секунд оставалось, чтобы его убить. У меня тоже 5 секунд. Бездари. Да не, я просто прихожу... Не, красиво, да не. Красиво убили. Да не, Левкастер, я тебя в первом раунде пожалел. Не ну, проголосовал тебе. Вы заебали убивать в первом раунде, дайте поиграть, пожалуйста. Это меня убивают в первом раунде, так что ты мне это... Меня первым убили.
Меня первым убили. Слабо повторить мой маневр. Подожди, а я убил первым или кого? Я кого-то убил? Ты меня убил. Где? Она убила первым. Навигации меня, винты прыгнул свои поганые. За что ты? Ты меня уже второй раз убил. Первый. А, так, пошло. Пошел киберспорт, пошел, смотри. Ну почти, почти Левкастер. Ой, блядь. Ух ты, что делает, ты смотри. Рано. Слишком рано закрыл столовую, Лёва Кастер, рано. Ну что делать, сейчас пойдем на реактор. Пошли на реактор. Сейчас пойдем. Ну, блин, а что они не пошли? Извини. Авдеевич, короче, сет на Мирану и Редбир, просто сет. У тебя сета на Мирану нет, я проверяла твой инвентарь. Если бы у тебя был, я бы проголосовала. Сколько стоит сет на Мирану вот эту вот? Он не продается, его только подарку можно отправить. Я сказал, этот кнопочник в первом раунде сделать специально. Его, если покупать с рук, то нужно, чтобы тебе человек 30 дней был в друзьях. А что не продолжил? Нужно заранее его добавить в друзья 30 дней. Я не знаю, почему вообще, кстати, Ханну не... жестко не рассматривали после инфы Авдеич, потому что она просто взяла меня, убила и тут же как бы, ну, для меня Ханна уже после этого была трейтером. Просто, ну, нас было 7, я решила, ну, не хотят. У тебя Авдеич и я трейтер из-за того, что я сказал, что... Ты, да, ты, для что, меня что, была Ханна Редбир. Ты, блядь, в админке стоял. Для меня были Ханна Редбир трейтер, ну, как Ханна начала орать, что ты Редбир. Парам-пам-пам, да, бля. Да я забыл замутиться. Левкастер, привет. Может, песню споешь свою любимую? Я не умею петь, как Лёша. Куда ты гениев? Да-да. Вдруг в счетах. Тут есть на админке? Фильм до конца игры красный. Без я парк. На админке, но я не успел встать. Я не успел встать на админку. Все заруиню, блядь. Я карточку проводил, блядь. Так, а почему я до конца игры у вас красный? Мне интересно. Потому что я тебя наблюдаю весь раунд с того момента, как мы при фом забежали в электру. Ты оттуда не вышел, там кила нет, поэтому ты мирный. Понятно. А второй ты килл? Ты пообщались. А где килл-то? Второй килл. Может быть, я на камерах убил и винтанулся. Вы... Подождите, в правой части нет, вообще никого нету. На камерах находится Левкастер, я так понял. Да, я с Тенгра и Безбышом в электрике. Да, правда. Ну, на камерах что видел? Ну, на камерах вообще нет ни одного человека, кроме Финаргота, который вышел из реактора. Только а, слушайте. А, ну тогда так это... все. Погодите, Редбир Лёша? Да, Редбир Лёша, это лёгкая игра. Я в админке. Поэтому админке. Лёша, я точно. Сидите на линфы. Давайте Лёша сначала. Если я точно говорю, не трейтер. Я не буду грязно окрасняться, но я не трейтер. Я в админке. Я реально карточку провел и не успел встать на админку. Ребят, Лёша реально домой. Я поддержу ваш движение в Лёшу, но Авдеич тоже может быть. Я с чего вдруг? Не, ну ты могла теоретически убить где-то. Она могла убить под электрикой, зайти к вам, да. Она с Авдеич Редбер тогда, да. Да не могла я ничего. Я электрику зашла чинить сразу. Ой, спасибо большое за сабочку, очень приятно, спасибо. Спасибо.
Я труп. Труп на труп. Нижнем двигателе, я считаю, что это Хана. Почему? Я сейчас вообще в навигации. Да, я знаю, что ты в навигации. Да, я знаю, что ты побежала вправо, но, к твоему сожалению, когда я шла от починки связи, я видела, как ты стрейфанулась, и ты шла поверху, а я понизу, в левую сторону. Там над канистрой было видно Хана. Да, 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 да. Поэтому я лично считаю, что это Хана. Подождите, я с админки вышла, меня видел там Финн, и я побежала вправо. Куда Финн с хранилища побежал? Вот, можно я скажу? Можно я скажу? Хана? На электричестве. Я не рассказываю, я спрашиваю. Когда Авдеич вышла... Я лучше расскажу, как я. Редбер, подожди. Когда Авдеич вышла из админки, где она типа скачала данные, я встал на админку. У меня был один человек на камерах, это Ливкастер. Один человек в электричестве, это Авдеич. И один человек был в нижнем двигателе. Скорее всего, труп. Поэтому у нас остается либо Ханна, которая реально прибежала с той стороны, либо Редбер, который мог винтануться наверх и пробежал потом из столовой. Но там очень большой маршрут, поэтому я бы получается Ханна. Я бы лучше Ханну кикнула, потому я что вдруг у нас двойка сейчас Финн, здесь. Как я могу быть у тебя? Ну, просто вот. Я говорю, ну просто, что типа либо ты, и получается, что сам Ария был по первому ряду. А где был Ливкастер? Я не знаю, откуда ко мне пришел Финн, но мне больше... Нет, я мирная. Я с админки пришел к тебе, Авдеич. А почему это не может быть условный Ливкастер, который весь раунд стоит на камерах, а чел у него лежит мертвый под ним. Я в Редбир. Ну я видела, как Хана оттуда бежала, понимаете? Блядь, Хана еще... Хан, ну последний, блядь, зачем ты в меня-то, блядь? Как я-то могу быть? Хана, пипец. А может, на тебя Леша спрашивает, где ты? Ты говоришь, я там что-то в столовой, там в столовой. А меня уже третий раз убивают подряд, Леша. Леша. И он не ноет, между прочим. Какой третий раз? Ты был трейтером 2 игры назад. Что ты пиздишь тут? Нет, меня 3 раза уже убили, Леша. А, 3 раза за все игры? Нет, именно подряд. Какой подряд? Ты был с Энерготом, трейтером. Леша, не ной, пожалуйста. 2 раза подряд. Левокастер был трейтером, меня убивают, блин, 2 раза подряд. Леша. А что, мы в поле сидем? Да, пошли какую-нибудь другую карту. Я бы на самолет пошел, пошлите на самолет большой. Да иди ты нахуй со своим самолетом, нафиг. А что мы приехали? Хан, мы сейчас, у нас трейтеры не выиграли ни разу. И до этого я уверен, что не выигрывали трейтеры. Да, вообще-то мы выиграли с Лешей. Выиграли трейтеры с Лешей, когда ты по меня проголосовал. Да, мой первый, когда... Которую ты заруинил. Рейтеры побеждали, кстати. Ну, да. Там, да. Рейтеры побеждали, когда я мирный. Нет, Фенергот у меня забрал розовый, я забрала у тебя красный. Ах, красиво. Теперь ты синий, Редбир. Блять, Редбир, Блюбир. Ну, Блюбир это чисто Балтика, кстати. Сейчас Редбир. Пятерка.